Концерт, мастер-классы, веселые семейные забавы и эстафеты – все это на празднике юных талантов. Внезапно хлынувший дождь сократил время мероприятия, но ничуть не испортил настроение его участникам. Большой праздник талантов. На эстраде «Ракушка» поют юные голоса, танцуют детские коллективы. Концертную программу открывают барабанщицы 15-й школы с патриотической композицией. Вокруг сцены развернулись локации от кружков ДДЮТ и библиотеки. Мастер-классы, боди-арт, игры и фотозоны. Раскрыть талант можно не только на сцене, но и в спортивных достижениях. Экстрим-трассу предоставила локация юных туристов. Я вообще-то тренируюсь всегда на тренировках, и я всегда работаю. А у нас локация... Шашки, народная игра, где необходимо проявлять интеллектуальные способности, творческие и умение мыслить, принимать решения. Пришли мои воспитанники и ребята, кому интересны шашки, подходят, могут сыграть, получить ответы на свои вопросы по стратегии, по тактике и получить удовольствие на таком замечательном мероприятии. Почти все артисты, несмотря на возраст, не дебютанты. Многие уже выступали на сцене родных школ и срывали овации. Мы к нему готовились несколько дней. Было очень круто. Мне понравилось выступить на сцене. Такое впечатление. Мы сами придумали название своей команды «Серебро». Мы ее выбрали, потому что мы почти везде танцуем вот в такие костюмы. Талант надо вовремя заметить и поддержать. В первую очередь это задача родителей. В семье Зайцевых все очень музыкальны и креативны. Мама и папа поощряют и развивают творческий импульс дочек. Пою песню «Солнышко мое милое», и моя сестра пришла меня поддержать. Дом культуры села Протигайловка предоставил сразу несколько концертных номеров. Это блистательная клоунада «Силачи», зажигательная композиция «Дореми», номер с обручами и восточный танец. Гимнасток поджидала испытания. К моменту их выхода пошел дождь. Получилось так, что дождь соизволил пойти в свое время, не в то время, не в то, когда у нас началось выступление. Но очень хорошо, что хотя бы хоть малое количество людей, но смотрят. Такой праздник нужен, чтобы раскрыть как можно больше талантов. Учит детей не бояться сцены, закаляет характер. Впереди у ребят большое творческое будущее и вся жизнь. Елена Росланова, Валерия Усвайская, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.